Всем привет! Сегодня покажу, как заменить картридж в магистральных фильтрах Гейзер Тайфун. Значит, первое, что мы делаем, переклеваем воду, естественно. Раз, два. Второе, спускаем давление в системе, открываем смеситель. Открыли и открытым так вставляем. Так, откручиваем хомут. Откручиваем чуть-чуть. Натягиваем. Оп. И снимаем вниз. Колбу придерживаем снизу руками. Потому что она может соскакивать. Сейчас она держится только за счет того, что чуть-чуть плотно сидит. Второе у меня так не сидит, поэтому всегда надо держать. Оп. Так, все, теперь аккуратненько опускаем ее вниз. Сейчас польется немножко воды. Оп. Но снизу у меня привязана пластмассовая бутылка. Все, что будет капать и литься, все будет капать у нее. Все, это можно выливать. Берем кристальную отвертку и снизу, вот здесь, откручиваем винт, который прижимает наш картридж. Внутри картриджа сейчас вода, она и вытекает, поэтому, когда будем снимать, еще немножко воды вылится. Открутили. Отвертку отложили, потом снимаем здесь фиксирующий такой кронштейнчик. Оп, и все. И достаем. Достаем. Картридж. Замена немножко задержался, поэтому, видите, полностью все ржавое. И картридж переработал свой ресурс. Обычно здесь должно немножко оставаться белым, это значит, что он еще немножечко мог поработать. Так, это все, это мусор. Тряпочку лучше иметь рядышком. Вот, сейчас нет картриджа, покажу, как он фиксируется. Вот элемент, который прижимает картридж и одевается вот сюда. Вот. Так вот, раз. И во вторую, два. Все, дальше закручивается винтом и картридж держится. Нашим фильтром уже больше 2 лет, ничего здесь не ржавеет, крутится нормально, резьба не заедает. Так что на эту тему можно не переживать, все рассчитано. Так, мы достаем новый картридж, ставим. Так, это у нас фильтр на холодную воду. Поэтому и картридж берем тоже для очистки холодной воды. Все, вот новый чистый. Вот он. Кронштейнчик этот фиксирующий. Одеваем сюда картридж. Сюда. И зажимаем. Все. Теперь немножечко отверткой подкручиваем, чтобы пожестче сидел и вода мимо не проходила. Дальше одеваем колбу. Оп, это у меня сидит плотно, поэтому пустую могу позволить не придерживать. Одеваем.
Ну и все. Собственно, этот фильтр поменен. Можно открывать краны. Дать немножко воде стечь. И все, можно пользоваться. Сейчас я поменяю второй. Потом будем открывать. Второй у меня. Стоит вот здесь. На горячую воду. Тут уже будет не так видно. Хорошо, поэтому снимать не будем. Все то же самое. Так, ну вот я достал горячий картридж. Вот, поскольку расход горячей воды меньше, у него еще внутри беленько осталось. Вот это мог еще послужить. Но меняем все сразу. Забыл сказать, когда снимаете картридж и вот этот кронштейнчик сдергиваете, фиксатор, смотрите, не уроните вниз, потому что один раз я уронил, доставать было крайне неудобно. Вот, а когда вода горячая, внутри она немножко руки обжигает, надо либо дать ей остыть, либо аккуратненько снимать. Вот. Поэтому обратите на это внимание. Когда снимаете, желательно не ронять. Вот второй картридж. Здесь он предназначен для горячей, ну и холодной. Вот. Поэтому главное, чтобы было написано для горячей. Можно использовать. Так, все, картриджи поменены. Открываем. Один, вот набирается вода. Второй. Ну и смотрим, что там у нас есть на себе. Здесь кран был открыт. Выходит воздух из системы. Тут немножко так прольет. А закроем. Ну, все можно пользоваться. Вот. Напор воды выравнивается. Сумма воздушного нет. Практически. Сейчас прольет совсем. Ну и все.